Привет, друзья! С вами Юлия Левицкая, а это цикл видео «Диктаторы тоже плачут». Мой взгляд на худших тиранов в истории и на то, как они сохраняли свою власть и угнетали свой народ. И сегодня мы с вами поговорим об еще одном инструменте, с помощью которого диктаторы строят свою власть. Это монополизация ресурсов, коррупция и разрушение экономики. Все диктаторы в бедных странах по ходу оказываются баснословно богатыми, потому что никто из них не уверен, доживет ли он в качестве президента, вождя и так далее на этом посту, не говоря уже о жизни. И поэтому всегда есть запасной борт, которым можно будет куда-то убежать. Ну а население в связи с тем, что система политическая зачищена, полная пропаганда, где меняются даже поколения, и система не дает выбора, и дискредитация других. Потому что и Чавес сколько раз выигрывал на выборах, и даже когда его отстранили, через 2 дня он вернулся к власти, потому что население требовало простых решений и быстрых действий. Мубарак в Египте на референдумах трижды в 87-м, 93-м, 99-х годах был переизбирался большинством населения. То есть система долгой диктатуры, она обеспечивает не только промыв мозгов и зачистку возможных конкурентов, но и когда целое поколение вырастает уже при нем. То есть, когда они даже не видят второго варианта развития событий. Все диктаторы строили такую систему, которую контролировали бы нужные люди, и деньги текли рекой в нужный карман. У Путина для этого есть газ, нефть, алмазы и Миллер с Ротенбергами. Зачем ему эти ваши зеленые бумажки, если есть надежный рубль? Все приравнено к курсу доллара в данном случае, а доллар, как известно, скукоживается, рубль укрепляется, поэтому нужно это все пересчитать и соответствующим образом осуществить эти выплаты. Лукашенко тоже есть что монополизировать, хоть ресурсов, которые можно высосать у страны, конечно, немножко меньше. Но тут можно окучить и более успешного и богатого диктатора, пообещав ему всяческое содействие и территорию для войск. И немаловажно посадить в каждое кресло родственников, ну или прихлебателей, чтобы перекачивали деньги из скудных государственных хлебохранилищ в толстеющие усатые кошельки. И санкции не мешают. Когда кнут есть сзади, к сожалению. Вот вам показатель одного из небольших стратегических проектов, который реализован примерно за 1.5-2 года после моего посещения, сколько тут, 2 года, наверное, прошло. Мы реализовываем этот проект, углубляя то, что сегодня имеем. Мы устроим небольшое соревнование и определим топ-3 президентов, диктаторов, которые особо отличились своими благими намерениями и делами, доведя страну до полной нищеты и выпив из нее все соки в свою пользу, конечно же. Итак, на 3-м месте мы вместе с нашим экспертом, доктором исторических наук Павлом Гайнижником, поставили Хосни Мубарака, нового фараона Египта. Придя к власти, он начал активно бороться с коррупцией и сажать за это предшественников. متحملاً المسؤولية وأمانتها ما دام في الصدر قلب ينبض ونفس يتردد. Но вкус власти и денег был сладок. В итоге он и сам полюбил запускать мохнатую руку в государственную казну. Мубарака трижды переизбирали президентом. В самом начале его правления Египет фактически был в полной изоляции. Но Хосни талантливый военный и переговорщик,
сумел сделать так, что страна стала одним из лидеров мусульманского мира. We are not throwing ourselves in the hands of Americans or any other country all over the world. Именно благодаря его реформам Египет стал известным курортом, но вот простому народу от этого было никак. Растущее благополучие страны не влияло на их жизнь, а распределялось между Мубараком и приближенными. От экономических реформ выиграли и военные. У армии появились свои интересы в ключевых отраслях – мелиорации, строительстве и туризме. Ну а вот уровень безработицы среди населения зашкаливал. По данным Всемирного банка, за чертой бедности на то время находилось более 30% населения. Обещанный новый уровень жизни. Эти люди за 30 лет правления Мубарака так и не вышли. А вот на демонстрации против президента вышли. В январе 2011 года начались массовые протесты. So as to finish as quickly as possible, because the normal courts have lots of cases, it will take a very long time, which will make everything much more complicated. But we are not violating the law or the constitution under any circumstances. Но при этом Мубарак до последнего не отказывался от трона, извините, президентства. Однако его правление закончилось судом в Каире. Неутихающие протесты вынудили уйти в отставку. Мубарака и сыновей обвинили в коррупции, а диктатора еще и в преднамеренном убийстве демонстрантов. После многочисленных судов ему дали всего 3 года. Его обвиняли в присвоении 125 миллионов долларов на ремонт многочисленных резиденций. По данным издания «Спирс», только в 2011 году Хосни присвоил 73 миллиарда долларов. Эта сумма вдвое превышала внешний долг страны. Тогда же его признали и самым богатым диктатором в мире. Второе место в нашем топе занимает президент Венесуэлы Уго Чавес. Одиозный популист, все же по масштабу доведения страны до ручки, явно преуспел больше нашего предыдущего героя. Чавес был неплохим оратором, хотел прослыть реформатором, но в итоге стал диктатором. Я вас приглашаю, чтобы построить социализм. Lo construyamos desde abajo. Nuestro modelo socialista. Главным лозунгом Чавеса стали борьба с коррупцией, конечно же, ну и экономические реформы. Во всех бедах страны, по словам Чавеса, были виноваты заграничные олигархи и капиталисты. Чавесу поверили. Он победил и приступил к реформам. Ну, как к реформам? Таким, как он их понимал. Чавес национализировал предприятия ключевых отраслей и крепко подсадил страну на нефтяную иглу. Как пишет в своей книге биограф Чавеса Николас Козлов, Венесуэла в начале этого века стала 5-й страной по импорту нефти в мире. Благодаря росту цен на топливо Чавес запустил социальные программы. Беднейшим жителям страны дал доступ к бесплатным продуктам, жилью, здравоохранению и образованию. Однако, как только цены на нефть упали, оказалось, что правление диктатора было не столь эффективным. На ключевых должностях в правительстве сидели родственники Чавеса, которые понятия не имели о том, как руководить страной, ну и больше занимались тем, что набивали свои карманы. Венесуэла очутилась на грани дефолта, однако еженедельно по телевидению Чавес устраивал шоу. Пел песни, принимал звонки, выслушивал жалобы и даже увольнял министров в прямом эфире. ¿Cómo es que tú permites esto? ¿Cómo es? Explícame, a ver. Explícale al país por qué. Ciertamente, comandante, la agenda de la institución. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Tendré yo que venirme yo mismo a tomar esta tierra? No, comandante. ¿Cómo hacemos? No hay ejército. ¿Dónde está el ejército aquí? ¿Dónde está la alcaldía aquí?
Бедняки на него почти что молились, они же его снова и снова переизбирали. Бизнес-диктатор запугал поборами и государственным контролем над ценами. Предприниматели не могли импортировать продукты, что привело к небывалому дефициту. Цены на мясо, молоко и хлеб взлетели в 9 раз. Преступность росла галопом. Уровень убийств, по данным сервиса «Статиста», на 2015 год был самым высоким в мире. В 2012 году, согласно индексу восприятия коррупции, Венесуэла оказалась на 165-м месте из 174-х, разделив его с Бурунди, Чадом и Гаити. Ну и первое место в нашем топе занимает Роберт Мугабе. Он настолько эффективно руководил Зимбабве и ее экономикой, что во всем мире она стала символом огромной инфляции. Мугабе правил страной 30 лет и был самым старым президентом. Нет, он не был настолько хорош, что за него регулярно голосовали по 85,5%. Просто умел найти виноватых, менять конституцию и подтасовывать результаты. Тройки, конечно, на первом месте есть Мугабе, то есть Зимбабве. И есть почему именно он? Потому что он сразу же заключил соглашение с Ким Ир Сеном, то есть КНДР, и он сразу ему прислали жесткую охрану, то есть 150 отборных боевиков приехали из Северной Кореи. Он сразу же взяли цель на социализацию и национализацию земли. Кроме того, это были также расовые репрессии относительно белых, где без всякого выкупа изымались земли. И отвергли, даже опровергли его конституцию, но это его не остановило. И кроме того, он пытался сделать военную экономику, то есть где фактически экономика была передавалась под военное руководство. Черта бедности просто зашкаливала в этой стране, и безработица достигла 85%. Мугабе стал первым президентом, ставшей независимой британской колонией в 1980 году. Он пообещал права на землю для фермеров, потомков британских колонистов, которые обеспечивали львиную долю ВВП страны. Но уже через пару лет объявил о конфискации земель в пользу военных и темнокожих крестьян. В стране начался так называемый «черный передел». Диктатор объявил белых фермеров врагами государства, угрожая тюрьмой и расправой. 90% тех, на ком держалась экономика страны, были вынуждены бежать. The land is ours, we give it to whom we please. It's not the business of Britain. You see, to tell us who to give land and who not. Без средств к существованию остались почти миллион наемных рабочих, а значительную часть отобранных земель получили приближенные к Мугабе. Цивилизованный мир, хоть и поддерживал принципы передела земли у белого меньшинства, однако был ошеломлен тем, как проходили эти так называемые реформы. В итоге МВФ приостановил финансовую поддержку Зимбабве, а Евросоюз ввел санкции. 200 чиновников лишили права въезда на территорию ЕС. У 40 компаний были арестованы активы. In particular, the United States and the European Union, who imposed illegal sanctions against Zimbabwe, have, to our surprise and that of SADC and the rest of Africa, refused to remove those sanctions. Инфляция опустилась во все тяжкие. В январе 2009 года она побила абсолютный мировой рекорд и достигла 321 миллиона процентов. Пришлось даже выпустить купюру в 100 триллионов зимбабвийских долларов. Но Мугабе это не особо беспокоило, лишь бы его карман был полон. But our gold is ours. Our platinum belongs to us. Our diamonds are ours. They are not American, they are not British.
В результате страна с богатейшими запасами ресурсов катилась на дно. Согласно докладу международной кризисной группы, за чертой бедности оказались 10 из 12 миллионов зимбабвийцев. Продолжительность жизни упала с 90 лет в 1983 до чуть более 40 к 2004. А еще в стране наблюдался самый высокий уровень заболеваемости СПИДом в мире. Несмотря на то, что диктатор взялся проводить кампанию против секс-меньшинств, будто не замечая других проблем в стране. We equally reject attempts to prescribe new rights that are contrary to our values, norms, traditions and beliefs. We are not gays. Соратники Мугабе прощали ему некомпетентность в экономических вопросах и толерантность к коррупции. А вот деяния зимбабвийской леди Макбет, второй супруги Мугабе, Грейс, не простили. Одержимая роскошью, она имела огромное влияние на мужа. Впрочем, последней каплей стали ее президентские амбиции. Грейс, которая была на 43 года младше Мугабе, добилась увольнения вероятного преемника мужа Эмерсона Мнангагвы, и у соратников диктатора лопнуло терпение. Правящая партия объявила диктатору импичмент. Он прожил еще 2 года в роскоши, а страна под руководством его восстановленного в должности преемника и большого друга Путина Эмерсона Мнангагвы по прозвищу «Крокодил» еще дальше скатывалась в автократию. Ну и в конце, по традиции нашего проекта, хочу предложить вам ответить на вопрос, именем какого известного во всем мире бренда назвали первую леди Зимбабве Грейс. Победитель получит в подарок чашку, из которой можно испить слезы диктаторов, ну и вообще все, что вам захочется. Пишите мне в комментариях ответ, жду на протяжении 7 дней после выхода выпуска. Среди всех правильных ответов мы выберем победителя с помощью генератора случайных чисел. И жду ваши ответы в комментариях. Ну а правильный ответ на вопрос прошлого выпуска – Пол Пот. Именно этот диктатор запрещал носить очки под страхом смертной казни. Радует, что вы проявили большую активность. Мы получили аж 42 правильных ответа. Мы уже связываемся с победителем, чтобы оговорить детали получения подарка. Благодарю вас за внимание и прощаюсь.